и за уйти, и за остаться проголосовала наша замечательная Надежда Росихина. Давайте ее еще раз поддержим. Какая умница, какая красавица. А мы приглашаем нашего победителя в номинации «Поэзия» на MV-шоу многоталантливого человека. Это и актер, и поэт, и музыкант. Не знаем, чем нас удивит он сегодня, он это может. Павел Шлипнев! Потом будут две песни. Вопрос, уйти или остаться? Уйти и не возвращаться. Перестать землей вращаться. Я не могу обращаться с людьми, но хочу общаться. Более не беспокоит чувства. И жизнь не стоит того, что имел я раньше. Разницы нет. Все чаще ищу смерть во свое спасение. И в последнее воскресенье неизменно мое настроение, неизбежно мое падение. Второе стихотворение будет посвящено вот этому Филе. Это стихотворение не мое, это Николай Минский «Самоубийца». Лень умереть. Лень мыслью инертной минувшее прощально обозреть. Лень думать над запиской предсмертной. Лень усыплять свой страх. Лень умереть. Лень отыскать и распечатать склянку, где вечность спит и ждет, что позову. Лень перейти с лица земли в изнанку. Лень умереть. Я от того живу. Спасибо. Ну и две песни.